У нас уже 4 года мы ими занимаемся, и уже вышли на такой уровень, что мы в прошлом году собрали почти больше тонны ягод. И вот в этом году вот уже пошли свежие ягоды. А давно у вас клубника уже? Свежие, ягоды свежие. Ну, недели две как уже пошла свежая. Мелкая идет, потом покрупнее. В наших условиях вот это, ну, среднее это. Обычно больше, крупнее. Могу показать крупнее. На улице или в теплице? Мы в теплице выращиваем. Вот смотрите, какие. Вот. Это у нас на севере мы выращиваем. Видите, какие они. Ничем не уступают. А вкусовые качества намного лучше привозных. И вот эти тоже покажи, огурцы.